Здравствуйте. Здорово. Ну что тут у тебя на территории интересного? Ну, как всегда. На полях боев без перемен. Стоять на месте. Нож на землю. Быстро. На колени лег. Лицо вниз. Значит, данный центр был создан в 2014 году по указанию руководителя тогдашнего Главного управления ГУВД по городу Москве. Создан по причине того, что первое лицо услышало мои слова, что нашим сотрудникам не хватает практической работы или наработки двигательных навыков. Можно до бесконечности изучать законы, читать лекции, но когда на улице сотрудник сталкивается с преступником, очень важно то, как он будет двигаться в условиях стрессогенной обстановки. Стоять на месте! Нож брось на землю! Быстро! Лицо вниз! Лечь! Руки в стороны, голову влево! Лежи спокойно! Нету рук сюда! Левую руку за спину! Служба происходит 8-12 сутки усиления. Сотрудник в процессе службы общается с различными категориями граждан при очень большом давлении различных факторов. И то, как это успешно будет делать сотрудник в жизни, это надо нарабатывать. Нарабатывать именно практически и именно в тех условиях, максимально приближенных к той реальности, в которой будет происходить его деятельность. Значит, проверка документов. Я подхожу к гражданину на определенную дистанцию, которая дает мне возможность контролировать движение его нижних конечностей, верхних конечностей. То есть я как минимум вижу. Если с дистанции так получилось, что он уже шагнул ко мне, или я стоял слишком близко, и у меня нет времени для того, чтобы воспользоваться оружием, а это определенное время, то придется, соответственно, первичные действия, направленные на свою личную безопасность, сделать такими, чтобы я под удар не попал. До 100 человек, и здесь уже и пригорки, и косогоры, и двери, и входы, и переходы, и рукопашный бой, и тактика взаимодействия с оружием, и в группе, и так далее. Вот. Основной полигон. Закрытый, так назовем. Песню! Запись! Вот! На сегодняшний день актуальность формирования двигательных навыков оперативно-служебной деятельности неоспорима. Центр практикует методики по различным технологиям, но всегда в основе лежит двигательный навык. Моделирование ситуации оперативно-служебной деятельности – это основная методическая направленность нашего центра. Первым же движением, например, просто сбить его, достать оружие, лежать на месте, нож в сторону, на живот развернулся. Руки в стороны, ноги шире. И, соответственно, под угрозой оружия, четкими командами, понятными, заставить его подчиняться моим законным требованиям. При обезоруживании, опрокидывании нож вылетел из руки нападавшего. Может ли в данный момент сотрудник применять огнестрельное оружие? Нет. Однозначно нет, ножа в руках нет, непосредственной угрозы жизни и здоровью нет. Это юридическая составляющая, которую вы несете в массы людям, которых вы готовите. Значит, это наш класс служебно-боевой и методической подготовки. После того, как проработали мы в зале, на полигоне, в тире, возвращаемся сюда, и начинается разбор полетов. С просмотром видеокадров, с моделированием определенных обстановок, выстраивание блочно-модульных конструкций для вхождения в здание, в помещение, проходы, углы зачистки, обработки. Почему по одному человеку идет? Быстрее! Лево чисто! Постоянно воюющее государство Израиль, страна, находящаяся в постоянной определенной опасности и напряжении, культивирует ту же самую систему подготовки в правоохранительных органах, и в армии и в спецподразделениях. Моделирование ситуации оперативно-служебной деятельности. То есть это говорит о том, что мы готовим наших сотрудников в реалиях сегодняшнего дня.
Аргентина. Это где-то примерно год назад. Дальше Республика Израиль, Китайская Народная Республика, Республика Франция, Финляндия. И вот последний визит нашего международного общения – это Республика Казахстан. Тай-Казан, ну, самая большая у них ценность, которую дарят там гостям для того, чтобы, значит, высказать уважение в сотрудничестве. И вот благодарности, высказанные мне и моим сотрудникам за организацию методических сборов в Республике Казахстан с правоохранительными органами и спецподразделениями. Мы, безусловно, обогащаемся опытом, друг у друга учимся. Они очень многое берут у нас, мы заимствуем у них. Есть только разница в законодательной базе, касаемая применения огнестрельного оружия и физической силы. Анатолий Иванович Якунин, генерал-лейтенант полиции, стоявший у истоков основания, давший Зеленую улицу свет этому центру. Андрей Владимирович Понарец, генерал-лейтенант, курирующий ныне направление профессиональной подготовки, являющийся нашим непосредственным вождем-вдохновителем. Спецназ, Альфа – это люди немножечко другого уровня. Вы занимаетесь обучением повседневным, каждодневным сотрудников, которые, ну, годами, десятилетиями не готовились к этому. Основная техника или приоритет, который мы сводим с вами в отношении оружия к тому, что палец не нажмет, оружие не выстрелит. И поэтому мы с вами нарабатывали здесь уход с фиксацией пальца, с последующим задержанием, отбор конвоирования, руку на затылок положи, чтобы я видел. Хорошо. Ну и конечная фаза всего вашего тренировочного процесса – это разбирание оружия с последующим задержанием. Лежать. Живот. Два! Два шага назад! Три! Четыре! Пять! Руки на руку! Шесть! Три! Они первыми вступают в контакт с правонарушителем или преступником. И им приходится задачи решать, которые иногда сродни спецподразделению. А как показала мировая практика и наш опыт, даже самое элитное подразделение спецназа прибудет на место событий через 20-30 минут. Для того, чтобы решать задачи в таком контексте, в таком режиме, нужно именно в таком режиме и готовить людей. То есть мы создаем из каждого сотрудника практически полуспецназ. Здесь используется не только применение боевых приемов борьбы, огневой выучки, тактика специальной техники, а это делается все в комплексе с учетом психоэмоционального воздействия. Поэтому, как представитель университета МВД России имени Владимира Яковлевича Хихтя, в будущем хотелось бы, конечно, в этом направлении тесно сотрудничать. Вот это наша ХАО-разработка, сделанная самостоятельно инструкторами центра. Вот. Я вышел сюда тестов, чтобы подобные конструкции по образу и подобию стояли в каждом окружном управлении. Вот. А вот макет у нас автомобиля, расскажи по нему. Здесь основное – это конструктивные особенности, вернее, положение тела в конструктивных особенностях, особенности стрельбы. Ну, так высунулся, так присел, на это опираешься и так далее. Евгений Дворцов, старший лейтенант батальона ДПС УВД СВАУ, преследуя угонщика на служебном автомобиле, произвел 5 прицельных выстрелов. Скорость машины была около 200 километров. Из 5 выстрелов все 5 пуль попали в колесо, в результате чего машина была остановлена. Гражданские лица не пострадали. Лицо, угнавшее машину, было задержано и дало тут же признательные показания по горячим следам на регистратор. Это вот такие как бы яркие моменты обратной связи, полученных в данном центре науков. Как вы понимаете, их не может быть сотни или десятки. Идеальный вариант, когда вообще ничего бы не происходило. То есть хочешь мира, готовься к войне, но война все-таки не наступает. Задержки на подохранитель.
Весь личный состав, в первую очередь, набирал я. Никто мне не указывал. В данном центре подготовки должны работать универсальные специалисты высокого уровня. Ну, как пример приведу. Елена Зинкевич, майор полиции, преподаватель цикла физической подготовки. Помимо того, что она является профессиональной спортсменкой уровня мастер спорта, чемпионка мира, Европы, России неоднократная по джиу-джитсу, она очень усиленно культивирует тактико-специальную подготовку, самостоятельно развиваясь в этом направлении. То есть тактика специальная, физическая, психологическая – это ее конек. Обе руки после того, как здесь делается дожим на ноги, обе руки здесь, в голову в сторону отверни. Наручники одели, отошли. Соответственно, дальше что вы можете сделать? Встал? Товарищ инструктор, ты жив? Федосов Григорий Иванович, начальник цикла физической подготовки, подполковник полиции, мастер спорта по самбо, дзюдо и так далее. Преуспел в области тактико-специальной огневой подготовки. То есть огневая и моделирование оперативно-служебной деятельности в условиях именно применения огнестрельного оружия. Стоять, работать, полиция! Не слышу тебя! Стоять, чаще, работать, чаще. Полиция! Стоять, работать, чаще, полиция! Чаще. Стоять, работать, огонь. Полиция! Огонь! Два шага назад! Огонь! Громаков Сергей Владимирович, майор полиции, преподаватель. Бокс, рукопашный бой, психология в области вербального общения. Именно погружение в профессиональную деятельность, выведение на должный уровень. Он упал, откатился назад, произошел разрыв дистанции, видите, даже, возможно, нож выпал. Не выпал бокс, но у меня есть время лежать, оружие достать, привести в готовность, уйти из этой зоны. Заодно лишний раз проконтролировать обстановку вокруг, как она меняется, вдруг третье лицо появится и так далее. Сергей Бадюк, известное медийное лицо, безусловный опыт которого в физической подготовке, психологических практиках привносит огромнейший вклад в формирование физической и психологической составляющей нынешних сотрудников ГУВД. Если вы ничего не будете делать, вас убьют. Вы должны бороться, двигаться. Движение – жизнь в прямом смысле. Все понятно? Действовать решительно. Не бояться идти до конца, потому что если на вас пошли, то вас пошли убивать. Все понятно? Рецепта нет. Рецепт один – тренироваться и двигаться. Нету рецепта. Тот прием работает, этот прием работает. Ты сколько там на службе? 12 часов стоишь на улице, дышишь, под конец смены тебе попадается 2-3-4 человека там. С бейсбольными битами или с пистолетом. Шанс какой? Ноль. Но тем не менее, получается? Получается. Ветеран группы «Альфа» Игорь Шевчук, наш друг, общий знакомый, привносит значительный вклад, приходя и на безвозмездной основе, давая рекомендации, проводя семинарские занятия с личным составом ГУВД города Москвы различных категорий направленности, делясь своим непосредственно боевым опытом, который он почерпнул в процессе несения службы в столь элитном подразделении. Основное движущее движение туда, значит, прежде всего локоть надо подфиксировать, чтобы локоть не скользил. Я плечом доворачиваюсь, видно, стараюсь, чтобы нож не скользил по мне. Ну и так далее. Я могу говорить о каждом. Я выделил, так скажем так, основные ведущие ключевые фигуры. Случайных людей в центре нет. Как инструкторы передавать знания, как учителя, таких мало. Здесь как раз это, и тут все как бы сопрягается. Я как актер, каскадер могу сказать одно, то что я неоднократно обращался за консультацией к нему, и я себя чувствовал гораздо увереннее. Причем получал потом комплименты от сотрудников полиции тоже. Но сколько прошел Евгений Павлович как организатор,
как инициатор этой идеи и так далее, сколько он пронес, прошел через какие трудности, этого мало кто знает. Это, как правило, умалчивается, человек он скромный, он про это не любит говорить. Ну что, у нас сегодня в центре занимается патрульно-постовая служба Западного округа. Прекрасные парни. Да, города Москвы, не побоимся этого слова. ГУВД города Москвы. Сейчас проходят занятия по обезоруживанию вооруженного преступника при угрозе оружием сотруднику полиции. Вот изучаем всевозможные варианты. Удержание двумя руками, удержание в комфортном положении для сотрудника полиции. Берут под пистолет сюда, берут под пистолет сзади. Помощь напарнику, то есть если напарник под угрозой применения оружия находится. То есть сейчас все, уже, да? Тактика, да, потому что, ну, что нравится здесь в центре, что не зашоренная история. То есть не дали тебе, вот как когда-то там в боевом самбе. Да, прием сделан на 5. Сейчас ситуация сильно меняется, контингент преступный тоже не стоит на месте. Поэтому ребятам дают вот такие, скажем, какие-то наработки, которые срабатывают в любой ситуации. То есть дают ситуационные вещи, а не приемы. Суть в чем? Если я буду двигаться быстро, я его пугаю. И он успевает нажимать на спусковой крючок. Поэтому движение к пальцу, нажимающему на спусковой крючок, должно быть медленным. И тогда его сознание двигается медленно. Видно? Скорость моего движения. Выстрел произошел в сторону, а дальше уже я пошел на палец. Они проживают вот эту жизнь многократно, погибая, возрождаясь и так далее, формируя боевые алгоритмы в процессе этой деятельности. Все сотрудники после выполнения даже самых напряженных боевых задач должны возвращаться домой. А для этого их нужно готовить в условиях, максимально приближенных к боевым. Ну что, друзья, понравилось? Безусловно, Центр профессиональной подготовки инструкторов ГУВД города Москвы является флагманом в системе Министерства внутренних дел России. Очень надеюсь, что скоро подобные центры появятся на территории всей нашей огромной России. Мира, покоя и улыбок на наших улицах станет больше, а криминальных сводок станет меньше. Соблюдайте закон.